клубе «Активное долголетие» пенсионеров поздравили с наступающим праздником урожая. Его традиционно празднуют в конце сентября. Посетители клуба не только получили пищу духовную, но и поделились достижениями дачного сезона. А организаторы приготовили для них концерты и развлекательную викторину. За каждый правильный ответ команде начисляли баллы. Летит, а не птица. Воет, а не зверь. Ветер. Викторина пришлась посетителям по душе. Пенсионеры признаются, на таких праздниках они могут пообщаться и найти новых друзей. Очень понравился, прям душевно. Вы знаете, как отдохнули душой и телом, прекрасно. Ну а после викторины прошел праздничный концерт. Дружим мы встретились с тобой, и с той поры всегда были рядом. Но смотришь на меня печальным взглядом. Гости не только слушали, но и даже опустились в пляс. Клуб «Активное долголетие» открыт для всех жителей городского округа и пользуется большой популярностью. Для старшего поколения здесь проходят фестивали, мастер-классы, гимнастика и развлекательные экскурсии. Мы ездим на экскурсии, которые организует и губернатор Подмосковья, и администрация города Химок. Мы очень довольны. Огромное спасибо, что нас не забывают. Открытые мероприятия для пенсионеров проходят в клубе ежедневно, а концерты и мастер-классы каждую пятницу.